4. Вот это замечательный 75-й уровень тоже. На финишной позиции сегодня здесь на Красном Трейле. И первое место сегодня обрадует свою фамилию Мария Быстро. Быстро, как никогда, взяла вас сегодня в бойку. 19-12 килограмм, 19-12. Мария Быстро, победительница на дистанции 4 километра. На Красном Трейле, на поясненье. Молодцы! Слушай, в общем, фотографии...